Здравствуйте, подписчики, гости канала. Сегодня в магазине «Гроша», который находится по адресу город Минск, проспект Независимости. Точный адрес я вам сброшу внизу в комментариях. Хочу посмотреть, какие скидочки есть сейчас в этом магазине. Пройтись по продовольственным товарам, также непродовольственным. Сейчас сделаю небольшой обзорчик на товары к Новому году. Шар елочный с такими перьями. Есть в розовом серебристом цвете, 8 сантиметров, это Китай, 5 рублей 99 копеек. Есть и такие прозрачные шарики, 2 рубля 69 копеек, Китай. Украшения бусы, 3 рубля 39 копеек, бусы, они такие крупные, также в эту же цену следующие. Набор бокалов «Люминар», здесь 4 штучки, они в таком золотистом цвете, на 160 миллилитров, 33 рубля 99 копеек. Также есть набор стаканов, 4 штучки по 300 миллилитров, 14,99. Такой столовый набор. Покажу состав этого набора поближе, посмотрите. 79 рублей 99 копеек. Следующий чуть подешевле наборчик, 59 рублей 99 копеек. В продаже набор столовый, это производство Китай, 30 рублей 99 копеек. Но обратите внимание, кто смотрит мои обзоры Фикспресса, тут практически такие же ложки, как там продают, они такие не вогнутые, а более плоские. Попытаюсь вам передать по видео. Так, набор неплохой, 30,99. За 6,99 можно приобрести такую форму для запекания, на стеклянная, с ручками, квадратная, она идет на 1 литр, кажется, неплохая форма такая. И дозаторы Рининг, это производство Чешская Республика, есть в 2 расцветках, они из пластика, 9 рублей 79 копеек. Также неплохая форма, производство Россия, также она идет с ручками, керамическая, размерчик вы видите на ценнике, 13,99, такой серый с разводами расцветочки. Она набор для сервировки сыра, возможно, кто-то себе искал такой Новому году, 29 рублей 99 копеек. Материал бамбук, нержавеющая сталь. Много различных однотонных кружек, рубль 89, это производство Китая. Все следующее — это тарелки столовые, это «Люминарк», 4 рубля 19 копеек, 18 сантиметров глубокие, такой бордовой расцветочки они. Это же тарелка обеденная, это производство Россия, в этой же расцветке, 3,69. Лопатки на 32 сантиметра, 8,99. Есть и половники из этой же серии, 9 рублей 79 копеек. Смотрим, что тут из бытовой химии, неплохо разбирают средства для посуды Фэри, 450 миллилитров, 4,99, он с ароматом лимона. Также есть и жидкость для посуды, бальзам с алоэ вера сорти, 2,39. Также как-то его неплохо разбирают, и уже большие упаковки также сорти пользуются спросом. 1300 грамм, 5,89. Диффузор ароматический, это производство Россия, внутри с открыткой, стоит 15 рублей 99 копеек. Есть в 2 вариантах, сейчас покажу второй также вам, вот каким образом он выглядит. И, конечно же, я сниму еще шампунь Head & Shoulders, 500 миллилитров, 12,99. И маленькие по 200 миллилитров, 5,99. Возможно, кто-то любит шампуни серии «Чистая линия». Здесь уже 400 миллилитров,
4 рубля 29 копеек. Большой выбор мыла. Palma их, например, 2,99. Здесь 150 грамм с ромашкой. Большой выбор паст. Локолют, сплат. Colgate есть также 100 миллилитров, рубль 69, тройное действие. Кого интересуют маски, 89 копеек маски всего лишь есть, даже за 59 копеек. Есть и такие китайские пасты. Единственное, я не пробовала. Кто пробовал, оставляйте отзывы. 3,49. И для малышей также есть детская паста. Также производство Китая с дозатором. 4 рубля 99 копеек. Конечно, очень много различных стиральных порошков. Стоит 35 рублей 99 копеек. Германия. Есть порошок стиральный Персил, 3 килограмма, для цветного белья 13,99. Порошок, это производство Беларусь, лонг, здесь 5 кило, 14,99. И малюк сейчас за 2 рубля 49 копеек. Также капсулы, вы видите, есть рядом в продаже. Покажу их поближе. Здесь это производство Китай. 52 капсулы. Плюс 5 капсул в подарок. С ароматом сакуры. Также показать цены на готовую еду. Возможно, некогда в выходные будет готовить. Можно такой салат купить за 5,99. Очень большой выбор бутербродов, 3,59. Также есть с грудкой за 3,99. Блинчики с ветчиной и сыром 3,49. И оладьи фаршированные 3 рубля 19 копеек. Вы делаете покупки, вы можете заказать пиццу, она вам обойдется в 5 рублей 99 копеек. Сниму и фрукты, овощи, даже без них свекла 65 копеек, капуста 82 копейки, лук репчатый красный рубль 79, морковь 65 копеек, картофель фасованный 99, не фасованный 39 копеек за кило. Лук репчатый 99 копеек. По фруктам виноград синий 6,49. Груша конференции 5,99. Также есть груша Пакхам. Южная Африка, это такая поменьше чуть, 6,89. Лимоны, мандарины. Цену вам покажу. Апельсины в сетке. Здесь 1 килограмм 6,29. Яблоки 2 рубля 69 копеек. Сейчас я вам также покажу обзор кофе. Лавацца 13,99. Очень неплохой кофе. Есть также Лавацца крем густо 10,39. Покажу ценники, кто плохо воспринимает на слух. И заметили, наверное, что есть такой кофе за 3,89. Мне были как-то его подарили. Честно говоря, его однозначно не советую к покупке. Но кофе на любителя. Делмайр. Также есть в продаже 500 грамм 26 рублей 99 копеек. Кофе Якобс растворимый 140 грамм 16 рублей 79 копеек. Конечно, кофе тут просто огромнейший выбор. Тоже кофе в зернах. Покажу поближе. Это Германия. 1 килограмм 18 рублей. 99 копеек. Ну, кто любит растворимый кофе Якобс, есть большие пачки по 400 грамм, 27 рублей 49 копеек.
Большой выбор чая в этом магазине. Такие подарочные наборы еще хотела показать. 8,79 есть в продаже. И Гринфилд подарочный набор. 30 сортов, 18,99. Чай ТС 12,99. Чай Хелли 100 грамм, 4 рубля 79 копеек. Также есть Гринфилд черный, 100 грамм, 3 рубля 79 копеек. Сейчас хочу вам также показать цены на бакалею. Чечевица 500 грамм, Тарасия 2 рубля 99 копеек. Кускус производства Тунис 2 рубля 59 копеек. Киноа 450 грамм Перу. 5 рублей 59 копеек. Хорошая цена на круглозерный. 2 рубля 79 копеек. Здесь 800 грамм. И, соответственно, длиннозерный рядышком продают. Это бабушкина кухня. Рубль 89. 900 грамм. Полуфабрикатов есть. Торговый производитель трапеза. Это производство Беларусь. Здесь готовые колбаски 11,99. Следующие также колбаски 9,79. Что у нас тут еще есть? Свинина для тушения за 1 килограмм 16,79. В этих упаковках по 420 грамм. Грудинка для мочанки 10 рублей 39 копеек за кило. Здесь 616 грамм в упаковке. Петруха, голень 750 грамм, 5,39 за 750. Бедро 756,55, колбаски по балкански 7,29, также есть по баварски 6 рублей 99 копеек, и по итальянски 7,19, упаковки 600 грамм. Персики половинки 5,29, ананас кусочками 3,29, кусочками в сиропе 4,99. Томат нежно в банке 3,680 грамм, 3,79. Что у нас тут еще интересного? Масло оливковое 20,99, Италия. Также есть за 28,99. Посмотрим также, почем и подсолнечное. Золотая семечка 4,29. Домашняя здесь пол-литра 2,19. Россия. Что тут? Рапсовая есть также в продаже 3,29. 800 миллилитров. Возможно, если уже кто-то тарится к Новому году, то маслины черные Берика 280 грамм 2,59, Испания. Оливки Маэстро де Олива Санчоуса 2,99. Можно также уже, в принципе, кто любит с наполнением анчоус покупать. Оливки черные Густо 2,89. По неплохой цене маринованные огурчики пикули 3 рубля 19 копеек. Это производство Индия. В продаже и каперсы Берика. Обратите внимание, каперсы 3,99, это Испания. Паста из зелени производства Турция 6,49. Молодой зеленый горошек Бондуэль 3,89. Я хочу посмотреть и другой горошек. Рубль 29, Россия. Дис горошек.
В основном он представлен в маленьких баночках. Возможно, кто любит кукурузу сладкую. Здесь всего лишь 170 грамм в этой баночке, 2,49. Производители конфет в Беларуси – это «Спартак» и «Коммунарка». В «Коммунарке» есть такие подарочки по 300 грамм, 7,99. От «Спартака» подарки по 500 грамм, 10,99 такого плана. Это также «Спартак» 10,99. Это вот «Коммунарка» 11,99, полкилограмма. Также что у нас тут есть от «Спартака»? 400 грамм 8,99. Конечно, разнообразие сладостей тут просто поражает. Чего-то только нету. Вот дрожжи вот. M&M 145 грамм, 5,39. На любой вкус. Жевательный мармелад 70 грамм, мишки, рубль 99. Маршмеллоу есть с ароматом клубники, также тутти-фрутти. Здесь по 90 грамм, это производство Россия, рубль 59. Также различные печенья есть. Производство «Спартак», «Весенняя рапсодия» 3,15. Крекеры «Креста Твиста», они с ароматом лука, рубль 29, это производство «Россия». Печенье «Марета», «Беларусь», 430 грамм, 3,19. Вафли черноморские, рубль 99. Здесь 216 грамм. Огромный выбор здесь различных шоколадок и наборов. Набор «Мерси» маленький, 13,69. Такой большой, 27,99. Есть и «Рафаэлло», как видите, 14,59. Здесь 150 грамм. Дорогие конфеты. Сейчас по хорошей цене. Шоколад производства Германия 3,99. С ароматом клубники. Мясных орехов 4,29. Белый 4,69. Я зашла в холодильник, покажу вам. Какие здесь есть сырки, какая молочная продукция. Активил, рубль 99. Активия, рубль 55. Смотрим еще, какие творожки тут есть, что интересного. Вот, кто любит такие большие. Йогурт из Монка, рубль 65. Вот, например, такие тоже от Савушкина неплохие творожки. Эти оба рубль 23. Следующие рубль 12. Такие маленькие йогурты 82 копейки. Конечно же, много и сметаны. Я часто беру такую «Свежие новости» 18%, здесь она стоит 2,29, 22% 2,67. Тоже очень большой выбор. Цены вам покажу поближе, да. И остальные сыры. Я пробовал фрикады, которые ласковые лето. Нет. В сиском вот докторские 4,19, молочные 3,99, какие-то «Натура Классик», это Беларусь, но я такие не пробовала, может, кто пробовал, также отпишитесь, как они вам понравились или нет, 4,69, ну, скажем так, очень небюджетные они. Филе белорусский, этой упаковки 479 грамм. Получается, она вам обойдется. Почему-то цену они не указали на этом.
на этой наклейке. Да. Интересно как-то. За кило 18,99. Да. Сейчас посмотрим, что по заморозке. Картофель фри 6,99. Следующий 6,39, тоже картофель фри. Смесь замороженная Густа 3,49. Витамин смесь 3,99. Что у нас есть? Стручковая фасоль 2,69 Густа. 3,29 овощи. Весенний, это вот Густо. Такой наборчик неплохой, кстати. Горошек, я смотрю, кукурузы здесь нету. Горошек, цветная капуста и стручковая фасоль. Брокколи 4 рубля 15 копеек. Большой выбор различных кетчупов. Особой большой популярностью пользуется Махеев 3,49, здесь 500 миллилитров. Большая упаковка по хорошей цене. 260 миллилитров, рубль 89. Это производство Россия. Детей тут, конечно, праздник. Набор пластилина 6 цветов, 2,99. Набор фломастеров маленький 6 цветов, 75 копеек. Чего тут только нету. Ластики детские 59 копеек, 2 штучки. Посмотрим. Игрушки антистресс 4 рубля 99 копеек. Смотрите, какие классные подсвечники. Этот подсвечник вам обойдется в 5 рублей 99 копеек. Это производство Китай, 21 сантиметр он. На этом, ребята, все. Не забывайте подписываться на канал Будни Надзи в Ютубе, чтобы не пропустить выпуски в магазине Грошек, Светофор, а также в магазине Фикс Прайс, Три Цены, других магазинах города Минска. Всем пока-пока, до новых встреч!